времени суток, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Мегакул. Мы продолжаем проходить игру под названием Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Мы продолжаем проходить дело, что-то как-то сложно стало, и пока что тупик, ребята, тупик. И где я, твою мать? Вход запрещен. Why did Bentcliff come here? Мы зашли просто в тупик. Мы уже... Дедукция просто ни к чему уже не приводит. Реально заброшено, то есть никого здесь нету. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Последователи Митры скрывались и поклонялись другим, более традиционным богам, таким как Юнона и Нептун. Храмы Митры обычно находят под храмами других богов. Последователи Митры часто обращались к традиционным богам, чтобы получить право войти в Митриум. Интересен Митриум в Дио во Франции, найденный за вырезанной статуей Дианы. Дианы? Окей. Вход в храм открывался хитроумным механизмом, созданным с помощью веревок и каменных плит. Его вряд ли когда-либо обнаружили бы, если бы вода не уничтожила механизм, открыв спуск в Митриум. Храмы Митры находят в Риме, Остии, Нумидии, Далмации, Британии, вдоль Рейна и Дуная. В меньшей степени в Греции, Египте и Сирии. Еще какой-то документ. И металлические кубики. Столько документов, ребята, это пипец. Культ Митры – мистическая религиозная практика, существовавшая в Римской империи. Греки заимствовали имя персидского бога Митры, положив начало новому культу. У последователей Митры была сложная система из 7 ступеней посвящения, включавшая ритуальные блюда. Президенты встречались в подземных храмах, митриумах, построенных в большом количестве на культовых изображениях. На культовых изображениях Митра рождается из скалы и закалывает быка. Тавроктония. Нож, используемый Митрой для тавроктонии, принесения в жертву быка, закруглен на конце, имеет персидское происхождение. Радиус закругления может составлять от 5 до 15 градусов. Его название происходит от персидского шамшир, что означает меч. Он относится к виду закругленных клинков, включающих в себя шашмыр, сцимитар, тальвар, калыч, пульвар и монгольскую саблю. Миф о золотом ноже, ключ к тайнам Митры, его описывают как... подобие святого Грааля. Золотой нож наложит проклятие, которое выпустит кровь из недостойного, если он попытается к нему прикоснуться. Это тот самый нож, которым убили, да? Тот самый нож, которым убили Родни. Потому что он был закругленный и... Ёлки-палки. Сколько документов. И пустые кокосы, которые они использовали для имитации звука конских копыт. Другой странный ритуал во время древних богов – изгнание злых духов. Люди, ощущавшие влияние зла, бросали свои ценности в огонь. Племена к югу от Сахары сжигали фрукты, и богатые римские семьи не желали денег, расплавляя олово или серебро. Не сохранились данных, удалялись ли эти ценные подношения с пеплом или использовались повторно. Офигеть. Что тут? Господи, что это? Так, это первое место. Что это? Это фреска? Или фреска? Циклоп. Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Ну, фреска. И больше ничего необычного, да? Ну да. I don't need the ropes for now. Череп какой-то.
Опа, вот сюда спускались, да? Наверное, Роди сюда я спускался на веревке. А что это такое? Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. То есть, в принципе, как обычно, ничего необычного. I don't need the ropes for now. В смысле, объект интереса? Да вообще всю внимательно осмотреть, но здесь просто, ну, обычные раскопки, да, раскопки и все. Ничего необычного я не вижу здесь вообще. Обычная работа археологов. Construction hooks. Вообще ничего необычного. Странновато. Neptune, the god of the sea. It is a statue of Minerva. Минерва. Этих мне не предлагает посмотреть. Ладно. Найти примечание, ну найдем. Что-то дофига еще всего смотреть нам придется. Так. Ничего интересного, опять-таки. То есть я вообще на этих раскопах ничего найти нормального не могу. Что могло бы помочь делу. Просто обычные, блин, обычные раскопки. Вот что, ну вот они тут копали. Что дальше? Ага, что-то нашли. Ну, блин, это я и сам увидел. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ну, вот мастерок нашли. Цель. Фригидариум, ребята. Это фригидарий. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco. Нужно раскопать. I need to visit this place. Нужно раскопать. Нужно раскопать фригидарий. Про это долго? Но это надо сделать. Что-то, короче, с этим фригидарием связано, я так понимаю. Что-то связанное. Это что? It is a broken statue of a bull. Ну да. Так, что у нас на доске? Карта. Это громко. Ну да, не, ну как бы опять-таки это просто историческая такая отсылка. А... Так, опять документов дофигища просто. Дорогой лорд Блэкмор, управляющий банями, сэр Грегори Питкин чересчур суетился, когда я прибыл. Но после вашего вмешательства он стал более полезным. Как выяснилось, люди с его складом ума не слишком подходят для такой важной работы, им не хватает воображения. В ближайшие недели у меня будут хорошие новости об банях на Стрэндлэйн. Я в шаге от обнаружения важного археологического артефакта, такого, который вы сможете использовать для вашей партии в целях демонстрации силы и возможности защитить нашу империю от нынешних и будущих угроз. Здоровым проживания, сэр Родни Бенклифф.
Кальвин, вы с Гоббсом считаете себя такими умными и веселыми. Я от души посмеялся, когда вы заморозили заметки мисс Дёрки на барке Адриана. Однако наши экзамены уже на подходе. Экзамены? И так как ты мозг вашего невероятного дуэта, я предупреждаю тебя, что мой гастрофет, древнегреческая разновидность арбалета и не медицинский инструмент для избавления от запора, как ты мог подумать, трогать нельзя, иначе я расскажу мистеру Вормвуду обо всем, что вы натворили за эти 2 года. По скриптам, я съел Гоббса сэндвич тунцом. Спитал. Смотрели все. Тут еще есть вещи. Так, что-то в дедукции появилось. Ёлки-палки, сколько тут всего. Трилогия. Питкину не нравилось откладывать открытие римских бань за сэра Родни. Он начал злиться по этому поводу. Питкин надеялся получить часть ценностей из числа находок сэра Родни, его работа сделала бани еще более популярными. Питкин — это кто, ребята? Что-то я забываю периодически, кто какие люди, и мне приходится заново смотреть. Питкин — это... Я просто уже что-то туплю очень сильно. Так, где у нас люди-то? Вот, это диалоги. Да, Питкин — это вот этот... Открытие римских бань. Он хотел как можно быстрее открыть. Как можно быстрее. Ладно. Что-то новое узнали. Так, нам нужно теперь отправиться. Куда? У нас есть задание. Нам надо фригидарий. Это на бане там. Короче, надо все-таки фригидарий будет раскопать, видимо. Да, все достаточно сложно. Все достаточно сложно. Причем, ну, единственный подозреваемый, который, на которого я думаю, это Питкин. Я не думаю, что кто-то другой еще может как-то быть связан с этим делом. То есть этот, который первый был, который, у которого там еще там у него какие-то там бзики всякие непонятные. Но, во-первых, он верующий, поэтому он как бы о смерти вообще как бы убийство не должен думать. Мистер Холмс, мы открыли коридор к фригидариуму. Вы можете посетить его теперь. Вот шикарно. Спасибо, мистер Филлипс. А, собственно говоря... Второй, он достаточно такой честный, и мне кажется, что он не виноват. Ну, по крайней мере, я не думаю, что он виновен. Он очень честно говорил, вот такой не был вообще. Упала крыша, охренеть. Так, и чё здесь? Ёлки-палки, какая красота. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Сейчас что-то откроется. Что-то сейчас откроется. Не, ну я как бы не знаю. Какой-то порядок, что ли, есть?
циклоп, да? Ну, я пока подумаю, то есть тут как бы уже несколько вариантов будет потом, я думаю. Но, как бы, плиты, которые я могу либо оставить, либо двигать, только два варианта таких. Соответственно, надо что-то обратно двигать. А вот шлем еще есть тут. Ага, а вот что это значит, символ? Что он значит? А, то есть мне надо... обратно посмотреть еще надо на все остальные. Так, это вот это, так это кувшин. Вот трезубец. Ой-ой. О, какие у тебя проблемы, Холмс. Ну давай беги нормально. Что противный это какой-то. Так, скорпион. Мы видели это у... у лета. Циклопа. A hidden symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Ё-моё. Ага, я понял. Ну что такое? Так, что с ним связано? Тик-тик-тик. Тут что-то скрыто, что-то здесь скрыто. Что-то откроется. Да, проход какой-то секретный. Опа, а его-то нашли? И причем именно это, видимо, Родни-то нашел. Как раз-таки это открытие. А что там? Я вообще не хочу... Тут ты серьезно, что ли? Холмс просто пофигу, он полезет куда угодно, походу. I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A sack of crude salt. Ладно, короче. Все мысли исчерпаны. Я не знаю, дедукция уже не помогает просто. Они не совмещаются вещи. Тут столько. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Тут что-то зеленое. Mummified bodies. We're in some type of catacomb.
mummified bodies. We are in some type of... How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. А почему? This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. The fire casts a shadow upon the floor. Может, так с каждым сделать? Не, давайте сейчас все зажжем. А еще одна сломана. The pillar collapsed a long time ago. А вот откуда она. It resembles a bull. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Нептуна быка. A shovel, not from the Roman era, mummified. Подождите, мы найдем Митру после Нептуна быка. Опора моста. Да, вообще просто офигеть. То есть мне сейчас надо будет идти искать. О, боже мой. Смотрите. После. Мы найдем Митру после Нептуна, быка, моста. Нептуна, быка, моста. Ну, Нептун там был. Бык тоже там был. А мост? Neptune, the god of the sea. Ну, Нептун. Бык. А мост? Это мост? Это мост. А где? Вот. Он далеке. А, я даже знаю, каким образом. Где там были эти крюки? Ой, боже мой, как громко вода вообще. О, валим отсюда. А, где там эти крюки были? Вон. Офигеть. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting out. Ну что требуется предмет? То есть мне, а может какой-то плод найти надо или что-нибудь типа того? Я нашел как бы веревку. А, мне нужна еще веревка, наверное.
Веревка, веревка, веревка. Потому что он говорит, типа, пока мне она не нужна, пока она мне не интересна. Вот нам, наверное, нужна веревка. А где веревка? А вот веревка. Шляпа. Блин, слушайте, что-то прям вообще не знаю. Мы пока что узнаем только о, блин, истории римской этой. Римских богов. Все равно требуется предмет. Что-то мы не доискали, да? Ща найдем. А, ну здесь, может быть, что-то находится. Например, вот это, да. Угу. А, его собрать надо. Угу. Место для механизма. Он мне не хочет. Давай затвор. Лук, наверное, следующий. Вот арбалет, на самом деле. Да-да-да, так мы и сделаем. Сейчас. Ё-моё, как его шатает, а? Это что-то я чувствую будет долго, потому что я очень косой. Я попал! Я ведь попал! Блин, это в центр именно, да? Так его шатает, пипец, опья! Да! Да это понятно, что ты мне говоришь-то? Второй раз это уже. Ну, да. Подожди, по веревкам? Ты чё из... Подождите, так. Геймпад еще урчит у меня. Тихо, тихо, тихо. Да я же нажимаю налево, ну ты чё? Пец. Тихо. Вот я ведь нажимаю, ну как ты можешь упасть-то, а? Почему ты не можешь просто за веревку схватиться, ну скажи мне. Ну давай. Вот я нажимаю, так, так, это очередной бред, что ли, или что, я не понимаю. Нет, ну я почти дошел, ну такая херь, вот это бред, конечно, да. Он странно идет. Я не понимаю, как я прямо иду, то есть как бы...
Я вас понял, разработчики, что вы хотите от меня? Вы хотите, чтобы я взорвался, да? А как идти прямо-то, вот скажите мне? Ну все, дошел, ведь уже дошел. Ну все, ведь уже нет, ну я дошел. Ну он все, он упал уже. Так, нет, я дошел. Нахрен идите. Я дошел, ну серьезно ведь. Он там уже вон суша бывает. Тихо. Я дошел, мне похер уже. Я реально дошел. Там, блин, чисто был, он спокойно проходил. Такой, блин, бред, вот серьезно, я. У меня. Получается так, что он идет прямо, только когда он под наклоном вправо. Почему? Mithras, вот я и дошел с первого. Не с первого. Я дошел, вот серьезно. Там просто он когда я упал тогда, я упал на эту. На сушу. Так, давайте тогда мы на этом закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.